Всем привет! Сегодня будет необычная рыбалка. Я выехал наконец-то с ультралайтом на Печенежское водохранилище. А еще будет необычная тем, что я сегодня буду пробовать ловить впервые на фидерную снасть. И еще я сегодня не сам. Смотрите, все увидите. Охренительная штука. За 25 гривен купил. Шнур, леску кусать. Начнем. Народу трындец. Места бросать ультралайт почти нету. Погуляю по дамбе, посмотрю, что и как. Что ты поймал? Татвичка. Была адекватная поклевка, и видим, что откусила нашу прикормку окуня. Может, щучка. Скорее всего, крупный окунь. Сейчас поменяем, повторим здесь. Да, легенький, прикольный фидорок. Это что, зимой покупали? Где мы покупали его? В Флагмане, да? Пока что одна поклевка окуня и все. Сейчас пойду туда. Прогуляюсь просто. Поменял приманку, ребят. Вот такая вот штука. Мелкая-мелкая. Только сейчас купил в магазине. Не знаю, как называется. Попробуем. Как на нее. Потому что было две поклевки. И все, может, крупноватая приманка. Ребят, первый окушок. Взял на ту же приманку, что хорошо работала на Найсхаре. Небольшой, конечно, но надо брать. Так что он первый спойманный на ультралайт на печенье. Люди, конечно, ловят нормально. Плотва, лоски тягают. Хорошо идет, смотрю. Подходил сейчас к мужику. Говорит, десятка два окуней поймал на мотыля. Я его за него бросал на резинки на разные. Вообще не хочет брать. Здесь, видимо, кормят сейчас с прикормкой с мотылем. Поэтому резина ему как-то даст раки. Может, я ловить не умею. В общем, ладно, полтора часа пролазил. Сейчас беру у Олега фидер. Чайка. Горячий. Так, 15.03. На дабе будут родиться соревнования. Вот моя удочка. Колымага. Вот так это выглядит. Сейчас буду бросать. Уже два раза бросал, потренироваться. Вот, ну, все, можно считать, что ловить умею. Вот, да. Непривычно после ультралайта такую палку бросать. Так, проверили. Не запуталась. Бросаем вон туда. Еще бы научиться бросать эту хрень в одну точку, было бы прекрасно. Опа. И такая вот палка у меня. Раскоряка. Забрасывать у меня получается пока что каждый раз в разное место. С меня этот фидерист. Не очень. Пока что ни одной поклевки не было. Была поклевка, да? Не тащишь. А, тащишь. Это мелочь. Была поклевочка, ребят. Сейчас так тынь один разочек. И больше не клюет. Жарко, блин. Жарко. Белая плотва. Новый вид. Какая плотва? Это кто? Уклейка? Первый раз, первая рыба на фидер. Съела так съела. Вот это мамка, смотрите. Огонь просто. Так, ребята, кажется, опять что-то тянул. А может и нет. Еще непонятно. Тянул, тянул, ласкирик. Ласкирик. Красавец. Хороший, я зимой таких тягал. Мне писали, что это мелочь. Выпускать не буду. Это моя вторая рыба. Вторая рыба. Красавчик, на таранку засушить пойдет. То, что надо. Опа. Кажись, есть. Если есть, то какая-то мелочь. Ни хера нету. Что такое? Оклевало хорошо. Так, ну что, время рыбалки подходит к концу. Клёв вообще перестал, причем у всех там удочники кое-что там вытягивают на плотвичку. У нас на фидер вообще клёва нет уже сейчас ни одной поклёвки. Начинают люди потихоньку уезжать. Стало жарко как-то. Погодка, в принципе, хорошая. Можно было достаться до вечера, но нужно ехать домой.
Все, рыбалку заканчиваем, надо ехать домой. Поймал всего 4 рыбки, но зато опробовал фидерную снасть. Интересная, хочу еще. Всем пока!